Более 25 миллионов на новый спортивный инвентарь. Благодаря программе «Спорт. Норма жизни», являющейся частью федерального нацпроекта, спортивная школа Олимпийского резерва номер 4 в Новочебоксарске получит современное оборудование. Новое информационное табло, хоккейные ворота, установка для сушки коньков и инвентаря, хоккейная беговая дорожка, специализированные тренажеры для подготовки хоккеистов. Заливать и выравнивать лед теперь будут с помощью современной итальянской машины. Кроме того, при уточнении республиканского бюджета, спортшколе в этом году дополнительно выделили более 56 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию здания компрессорной станции спортшколы.